Пожалуйста.
проснулась у меня. Но долго грустить себе я не дала. Приворожила тут тебе одного. Ну-ка, вылезай, вылезай. На Блоксберг? Да как пришла тебе в голову столь сумасшедшая идея? Сама не знаю, ну захотела я. Ну вот сел и прискакала. Тогда садись и скачи обратно. Скинь с моих глаз долой, немедля. Иначе я рассержусь. А можно мне хотя бы на будущий год участвовать в танцах? Слушай, обещать ничего не могу. Но если ты к тому времени станешь хорошей ведьмой, то посмотрим. Ровно через год! Накануне Вальпургиевой ночи мы устроим тебе экзамен. И если ты его сдашь, то посмотрим. Спасибо, я очень благодарна. Разве ты не накажешь ее? Накажи! Накажи! Если вы уж все так требуете наказания, требуйте! То
то я предлагаю отнять у нее метлу. Живет она далеко, ей придется идти 3 дня и 3 ночи. Пусть топает себе, пока не доберется. Этого недостаточно! Нет, вы этого не сделаете! Ну вот и все. Господин Грамм, заступите за меня. Отстань от меня, глупая девчонка. У меня сегодня стресса. Ну,
сегодняшнего дня ты должна делать только хорошее. Каждый раз, когда ты будешь делать доброе дело, я буду ложить камешек в этот мешочек. В хороших делах недостатка не будет. Скоро летать не сможешь. Однако сегодня придется поскучать. Почему? Потому что наступила пятница. Господин Лапшин, добрый господин Львов. Да, бегу.
Ты думаешь, господин лавочник будет играть с нами в прятки? Не только в прятки, во что же захотите. И вся деревня тоже, а вы пока прятайтесь и подумайте, во что вы будете играть. Господин лавочник, добрый господин Эльгур. Да, опять мы здесь. Простите за эти мои глупые шуточки. Я принесла знак примирения и волшебный подарочек. Но если вы до сих пор обижаете... Ну как? Ну нет, ну уже нет, наверное. А что там за подарок? Чудесное омолаживающее средство. Омолаживающее... Вы выпейте совсем чуть-чуть. Омолаживающее средство. А вдруг? А вдруг это яд? Конечно же, это не яд. А вдруг яд? А вы попробуйте, если отравитесь, то это яд. А если... Как же я сам не додумался. Я? Точно. А мне... Во, иди сюда. Раз, сейчас попробуем. Ой, вот это попила! Я же говорил. Так. Это ж брашка. У вас есть лицензия? Нет. Ну что же это за чудо? Ну ладно, на этот раз я вас прощаю. Так. Ой! Ребята, давайте с вами! Нет, ты еще совсем зеленая! Thank you.
довольна. Ты показала нам, что ведьма ты способна и колдовать ты умеешь. Я разрешаю тебе завтра присутствовать вечером на шабаше. Или же у кого-то есть особое мнение? Нет, у меня есть особое мнение. В чем дело? Тебе что-то не понравилось в ее колдовстве? Дело не в ее колдовстве. Дело в том, что несмотря на все свое искусство, она очень плохая ведьма. И я вот сейчас докажу. Вот то, что она занималась весь год. Читайте, читайте. Если там написано правду, то следите мне. А вот это мы сейчас и посмотрим. Это все действительно так было? Да, все так. Она не обманывает. Это-то чуть ее я была не пустила на шабаш. Пу! Пу! Какая-то плохая ведьма! Пу! А почему она плохая? Я же делала все так хорошее. В том-то и дело. Только та ведьма хорошая, которая все время делает только плохое. А ты плохая ведьма, потому что все время делала только хорошее. Логично. А еще она колдовала в пятницу. Она колдовала, а я видела. А подсматривать нельзя. Да вы только послушайте, что городит этот недожаренный удод. Одной поляны мухоморчики. Вы оба будете жестоко наказаны. Ты завтра пойдешь на шабаш и приготовишь нам кучу дров для костра. А потом мы привяжем тебя к дереву, и ты будешь смотреть, как мы всю ночь танцуем. А ты пойдешь на праздничный ужин. Я устала ее защищать. Ну ладно, встань на брось. Ну и что ты нам делаешь? А? Ой, что творится? Ой, что сейчас было? Где это я? Кто я? Какой сейчас был? Давайте спросим у этой маленькой девочки. Ты случайно не знаешь, кто мы и как мы здесь оказались? Конечно знаю. Вы дворники. Сегодня большой городской праздник. Мы должны принести идеальную чистоту. Так что поторапливайтесь. Извините, а вы не подскажете, как меня зовут? Вас зовут дядя Недоедка. А я Наудодок. Какое красивое имя, но я пошла. Ребят, кто я? У меня нет никакой метлы. Неужели я никто? Амнита, нам надо приготовить всем детям подарок. Твоя главная задача – доставить их вовремя. А, ну ладно. А теперь по-настоящему.